Всем привет! С вами Марина и мои цветочные друзья. И мы с вами продолжаем гулять по выставке. У нас сегодня в Новороссийске, в Доме культуры моряков, то есть в Морском культурном центре, проводится выставка комнатных растений. Нужно сказать, что сегодня у нас много и садовых растений тоже, потому что весна диктует свои правила. Хочется что-то посадить и на дачном участке, и в собственном саду. Поэтому здесь девочки предлагают самые-самые разные растения для открытого грунта. Я покажу сейчас место цветочное, где я тоже сегодня попаслась. Это Лена показывает и себя, и свои цветочки. Я сейчас покажу контакт. И продаются тут самые разные лагерстремии. Если вы живете на юге России или в теплом климате, то это растение для теплого климата с долгим летом, потому что лагерстремия цветет именно когда уже и пробивается из-под земли, когда уже прогревается земля и зацветает, когда на улице стоит очень теплая солнечная погода, даже жаркая. Лагерстремии обожают жаркое солнце и не боятся открытого жаркого солнца, что для наших растений вообще редкость. Лагерстремию называют индийской сиренью, потому что у нее соцветия формируются примерно как соцветия у сирени. Но если сирень отцветает в течение месяца, то лагерстремия зацветает в июле и цветет до самых заморозков. И вот здесь у Лены продаются самые разные сорта. Я показываю визиточку. Ну а сами растения можно посмотреть на выставках. У нас следующая выставка будет проводиться в Анапе. У этих организаторов, именно у девочек, проводится в Анапе 29-30 мая. И вот Лена тоже там представляет свои растения. Из ярких пестрых растений еще тут представлен вот такой лох. Тоже у нас на юге России он зимует. Ну и разного сорта обилий. И вот есть пестролистное обилие. В лагерстриме есть уже прямо такими взрослыми кустиками. Цены, начиная от 300 рублей и выше. То есть есть вишневые, вишневого цвета листья. Такие лагерстримии стоят от 1000. 1000, 1500, 2000. То есть от сорта и от размера куста. Дальше у нас суккуленты. Вы не против, если я вас поснимаю? Суккулентики предлагаются самые разные. А цены, начиная от... А, вот подписано, да? От 100. Цены, начиная от 100 рублей. Вот здесь опунции такие, малыши. Ушки. Вот, пожалуйста, даже цветочки. У седума. Синеца голубенький, кактусята самые разные. А вот у нас так, это иониум, да? Пестренький иониум. Да. Триколор? Киви. Киви? Так, ага, киви окрасился так, что не узнала киви. А вот эти иониумы вообще без стволиков растут, нарастают такими огромными, красивыми, изумрудными шарами. А сколько стоят иониумы? Вот киви сколько стоит у нас? Киви 300. Киви 300, а вот такой 200. Красулы. Вот эта кудрявая, это синяя птица? Смотрите, какой кустик кудрявый. Вот я вижу, вот визиточку сейчас покажу вам, контакты. Продуктовых магазинов. Лишь бы она там не может течь, чтобы не текла. А? У вас и садовые растения тоже, да? Себе тоже возьму визиточку. Садовые растения очень сильно всегда интересуют вместе с комнатными.
дальше мы переходим. Вот они красивые папоротники изумрудные. И это у нас Наташа Хрусталева со своими цветочками. И здесь тоже такое разнотравье, то есть всякие разные. И садовые встречаются, вот жимолость вот здесь стоит шапочная. И комнатных много. Причем комнатные тоже интересные растения. Посмотрите, какая красивая камнеломочка, красиво окрашена, ворсиночки прямо розовенькие. Будра, которую можно вообще под стежкой к любому ампельному растению пускать, она будет такими нитями свисать до самой земли. Посмотрите, роули какие. По 500 они, да, Наташ? Роули. Большие, да, маленькие по 150. По 150 маленькие, а вот они маленькие, по 150 роули. Ага, вот он, Отчеточек. Прямо розочками. И цвет у него голубой. Ну, я думаю, что вот на камеру как раз видно, что он голубенький. Красивенький. Вот такая пеларгония. В сеточку. Вот тут что? Новый папоротник показывал. Папоротничек, да? Угу. Дуфи называется. Дуфи? Угу. Он, кстати, хорошо растет так. Даже в доме спокойно вырастает. У меня уже большой куст именно из такого сорта вырос. И смотрится красиво. Такой ажурный, когда много веточек. Здесь у Наташи сингониумы. Разные сорта. Сциндапсусы. Плющик. А, плющик, да, вижу. Вот сильвер, посмотрите. Кстати, погоди, я не все достала. Слушай, сильвер прямо голубой у тебя. Даже не просто серый, а голубой. Красивый-красивый. Вот еще плющики, ага. Пестренькие, красивые. Этот астролистный такой. Красивый. Опять еще вернусь к сильверу. Посмотрите, какая расцветка у листа. Это сильвер квин? Или сильвер мета? Как? Сильвер даст. Сильвер даст, это еще один сорт сильвера, да? Он отличается от... Ну, я тогда такой хочу. Да, сильвер даст. Наташ, тогда убери мне кустик, я вернусь за ним. Сильвер квин, сильвер метал, сильвер даст. Агланемки, посмотрите, какие. Такое ой, сколько сорт? Надо посмотреть, наверное. Сколько стоит? Ага, сейчас. Ну, я горшок просто боюсь, чтобы никого тут особо не потревожить. 500 рублей. Ну, хороший сорт, посмотрите, хороший кустик. 500 рублей. Такая. Да, яркая. Я вот этот покажу, вот этот окрашен красиво. Вот, смотрите, сейчас, если я не уроню, то покажу. Очень яркая. Называется China Red. Ух, красавица. 400 рублей стоит вот такой сорт. Ну, красотка, просто красотка. Куда поставить? Угу. Сейчас, ага. Мессона, посмотрите, тут стоит. Абрикоска, пеперомия. Вот такая. А, вот, так, кстати, название, Наташа, я ж тебя так и не записала. Как? Тут написано? Да. Сейчас прочитаем, девочки. Сейчас. Fire Sparks. Fire Sparks. Fire. А почему fire? Она, что интересно, что у нее похоже на огонь? Что у нее на огонь похоже? Самые разные колиусы. Ну вот, кстати, колиусы у Наташи действительно самые разные и все с названиями. То есть тут можно, конечно, пополнить коллекцию конкретно по желанию. Посмотрите, какая рюшечка идет по краю вот этого сорта. Красота. Red Ruffles называется. Red Ruffles называется. Сейчас увидела звонок от...
Люда, и поэтому там и второй тоже Сильвер нужно взять. Я забыла про Люду. Люда, я про тебя забыла. Посмотрите, какая солирулия. А вот какая дихондра. Красавишна. А там, Наташа, покажи бальзаминчик. Вот такой куст меня просто вообще аж очаровал. Посмотрите, какой цвет. Махровый бальзаминчик и какой куст. Красота. Красивый сорт. Красивое вообще растение. Много бегоний, но даже... Ага. Это у нас калерия? Угу. Калерия, тоже красивый кустик. Ну, молодцы, девочки. Золотые руки. Красота. Ну, я показываю вот так, общей картинкой показываю бегонии. А так, конечно, вы знаете, бегонии можно рассматривать тоже бесконечно, потому что каждая окрашена по-своему. Посмотрите, какой яркий цвет, серединка листа просто розовая-розовая. А вот столистый листочек, равномерно окрашенный в такой в серый цвет. Очень красиво. Красиво. Сегодня у нас 16 мая. Наташа, телефон я твой не показываю, да? Давай покажем. Мы уже показывали Наташин телефон. Вот я его еще раз обновляю, показываю. То есть на выставках Наташа уже свои растения представляла. Сегодня я видела много-много абрикосок. Ушли жить в Новороссийск к новым девочкам. Пепероми абрикосовых. Вот, а мы переходим к месту Вали из Геленджика. И вот сейчас будем выполнять пожелание одной из зрительниц. Ну, она, я думаю, не одинока, потому что там были такие комментарии, когда девочки говорили, что хотят поподробнее услышать о хоях. Поэтому сейчас, я Вале уже сказала, что мы остановимся немножко на сортах хой поподробнее. Она, Валя нам расскажет. Сейчас немножко она занята, а мы пока просто пройдемся по верхушкам. А потом с Валей уже по хоям пройдемся. Посмотрите, вот здесь декоративно-лиственные бегонии, а вот здесь встречаются вот и тростниковые бегонии. Филодендрончики. Майо. Бурли Макс зелененький. Вот помните, я покупала такой фикус, и он сейчас у меня в светлой комнате весь стал вот такого лимонного цвета. Очень красивый. Стоит он 350 рублей. Очень-очень красивый просто. Пестренький, яркий. Особенно молодые листики. Вот пеперомия прострата. Продается, стоит... Сейчас не вижу сколько. 150 рублей. Вот они фикусы. Медуза. Медуза, посмотрите, 250-350. То есть сейчас медузы как-то не очень уже покупаются. Хотя, мне кажется, очень красивый сорт. Очень красивый, достоин внимания. Очень красивая хоя. Посмотрите, какая вот она. Она с номером, видите? Сильвер. Лист серый. Вот такой. А сейчас Валя освободила. Сейчас. Да, вот эти вообще. Ой, надо мне тоже сфотографировать. А стоит вот такой сильвер 3000. И вот здесь сверху стоят такие дорогие сорта хой. Бахой, вот как раз, да, чтобы читать, показываю цену. Вот такой сорт. Тут просто как будто бы вот этот декоративная штукатурка. По общему фону еще прошлись валиком. Молодой лист, который уже постарше, настолько прям вот узорный. Да, красавица, красивая. И рядышком тоже, вот я сейчас покажу, такой, какой-то динозаврик просто.
Это ондулата. А стоит она? 2500. Посмотрите, какой лист. Давайте поставьте это. Ага. Одним разом. Красиво смотрится листик. Сейчас мы пройдем до конца ряда вот так по филодендрончикам. Я не на кое хочу. Это магнификум. Магнификум филодендрон. Это молодой лист, но там вот старенький сзади. Там вот этот бургундий или кардинал? Или вот это красный? Это, да, это принцесса. А, розовая принцесса. Я ее не узнаю. Она такая темная. Да, это вот макушка. От... Да, да, да. У меня красивая она. Угу. Макушечка. Вишневая розовая принцесса, просто вишневого цвета. И вот они, Бразилия и Бразил триколор. Проявляется расцветочка. А это у нас монстера, как монстера? Эпипремнум, это такой серенький, да? Красивый, голубенький просто, да, интересный сорт. Ну и вот попывали... фиалочки, а сейчас мы похоем вот здесь, Валь. Получается, вы же знаете сорта, да? Чтобы мы, нам не вытаскивать горшочки, поэтому давайте вот... Меридити Грин, допустим. Вот. Меридити Грин, да? Это крупнолистовая хоя. А цена у нее? Ну, у нее от 400-500 вот так. Угу, 400-500 рублей. У нее идет такой краб заметный, да? По листочку. Да, ну и очень большие листья, такие вот эти вот красивые. Она такая крупнолистная очень. А цветы желтые? Цветы желтые, ага. Интересно. Цветы желтые. Ну, вот здесь вот Нунг Нуч тоже из интересных. Вот это крупная? Да. Нунг Нуч. Да. Тоже как бы из редких хой, тоже листья огромные. Она жесткие-жесткие, угу, такие листы у нее. Ну, тоже где-то в пределах 500-600. 500-600, и Валя говорит, что у этого сорта жесткий-жесткий лист. Да, да. И такая жилка просматривается. Еще так окошечки такие белесоватые тоже просматриваются. Это просто джой. Обычный джой, не сплэш, а обычный, но тоже жестколистный. С большими листьями, но это 300 рублей. Джой. Он обычный, но все равно есть краб, да? Краб просматривается. Есть, есть. Ага, 250-300, но 300, угу, потому что он двойной. Угу. Так. Вот это интересная какая-то. А это она же Меридити. А, Меридити. Ее вот поняла, цена, поняла, да. Угу. Это у меня была Линзис. Нет, Глабра. Смотри, качу. Глабра одна осталась. Ну, это тоже из разряда крупнолистных, угу, и недорогих. Угу. Тоже в пределах 250-300. 250-300 Глабра. Угу. Плотный лист, крупный. Листики хорошо растет быстро. Глабра растет вот быстро. Там вот такая вот сплэшная. Ах 001. Как называется? А. Ах 001. Вот как бы ну, Вьетнам. Угу. Тоже. Вот я показываю вам название. Да. Ну и прямо сплэш такой яркий, да, густой по листу. Первый раз, ну тоже как бы 350 для нее тоже недорого. Они все у меня уже с небольшими ростиками. 350. Да. Из этих, кто у нас еще тут можно показать из новеньких, то, что я привезла. А, давайте, вот Балаенсис, допустим. Балаенсис сплэш. Балаенсис сплэш. 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 Вот такая, вот такая, да, красивый листик. Очень заостренный. Крупные листья. Сплэш всегда вообще не теряет, угу, никогда. Ну, цену видят девочки. Да, там 400, написано. Да, один листочек, это 400. Красивый лист. Так, виллоза. Ну, виллозу знают все. Вот, виллозу сказали, вы знаете, поэтому, да, много о ней не рассказываем. Да. Цена тоже показана. Листа, да. Так, из того, что вот я вновь привезла, угу, из того, что вновь привезла, сейчас мы покажем. Сейчас покажем. Так, это ах. Ой, где они у меня вновь-то? Ну, Валя, вот если захотят контакт, тогда нужно искать где? В Инстаграме? В Инстаграме есть, ага. Точно есть в Инстаграме. Да. Ну вот я не знаю, Кэрри. Кэрри все любят. Это, угу, вот сердечко. Угу. Вот она 550 такая двойная. 550 Кэрри. Угу. А, вот тут вот, по-моему, новенькие, которые я взяла. Вот они, вот они, вот они. Шелковые-то мои, шелковые-то мои. Вот они. Скотт-Шини. Вот, это тоже как бы... Показываю и название. Да, скотт-шини, цветение интересное такое. Сам листочек симпатичный. Ой, листочек очень шелковый, симпатичный. А да, цветочки вообще как горошинки, да, смотрятся? Бусинки такие, бусинки, да-да-да, очень красиво.
Вот, и вот это вот тоже. Цену мы сказали, сколько? Цену, да, фотографировали, 400. А, 400 рублей, ну, вполне такая приемлемая цена за такую красоту и сплэш, и вот цветок. Паденгензис. Показываю название. Очень необычно цветет. Цветок, да. Листик, посмотрите, тоже шелковый такой лист, прям вот шелковый натуральный. Даже с отливом, да? Да, да, да. Ну, кстати, шелковые, посмотрите, цены хорошие, а листик действительно интересный. И вот, если вы видите, просто идет отблеск такой на листе, да, что видно. Еще и сплэшный там уже. Да, и сплэш. И первый, тоже первый раз вот это у меня попало сюда. Это пахитлада варигатная. Ну, красивенькая. И вон уже ростик какой красивый. Да. Вот, вот это название. Да. И она еще вот чуть-чуть как подрастет, она по краю дает такую красную каемочку. Ага, красная каемочка, да, еще будет по краю. Ну, тоже из дорогих. Да, цену мы показываем. Цену вы видите, девочки. Да. Что тут еще у меня из нового? То есть тут есть уже старых, ну не старых, но давних сортов. Много. А Валя нам показала сейчас новенькие сорта. И вот сейчас, ну вот этот сорт я уже, или это новый сорт? Я давно уже видела такой листик. Может быть, это просто похоже было. Посмотрите, какой сорт. Смологенсис. Мне так нравится. Он очень быстро растет. Такой благодарный сорт, такой красивый. Я не знаю, когда я его увидела, прям влюбилась в этот сорт. Да, очень красивый. 500 рублей прямо. И тоже вот этот вот сплэш, а толстый такой лист. Да, ну вообще сам лист красивый-красивый. Да. Такой жилка просматривается. И жилка, и продольные эти жилки тоже. И растет очень быстро. И растет быстро, Валя говорит. Да. Ну вот это я не знаю, наверное, его уже у меня фотографировали несколько раз. Стрэнджерс, Сидлинг, это из дорогих тоже. Листья загорают очень красиво. Они прям сейчас они у меня такие оранжевые даже, прям стоят эти листья. Вот, это из новой селекции. Под Хороловая есть у нас такие выводят. Я показываю ростик вам, да, росточек показываем вам уже. Просто. Ну, вот такие у нас хвои. То есть показали вам те сорта, которые, в общем-то, еще не примелькались на наших цветочных просторах. Поэтому в Анапе вы будете на выставке? В Анапе 29-30 Валя будет. Она привезет свои хвои, и вы сможете их купить. А это у нас сорт? Альба. Абавата Альба. Абавата Альба. Ага, круглый листочек, да? С белым крапом и беленьким цветочком, и с розовой серединкой. Салатовый такой будет. Салатово-желтая кайма. Угу. Салатово-желтая кайма по листу. Цену. Сейчас мы посмотрим. 400 рублей. Да. Спасибо, Валь, большое. Ну и вот такие яркие, красивые хоечки. А там уже получается, кому что нравится. Да, много. Здесь от 100. Здесь за 100 можно много купить чего. 150. То есть те сорта, которые уже давно просто существуют, да, и, в общем-то, начинают искать все новые и новые сорта. Оказывается, на цветы тоже есть мода, как на все, да? Поэтому... Поэтому сорта уже давние, Валя вот говорит, можно даже и за 100 рублей интересные хоечки купить для своей коллекции, любоваться. Вот есть такими веточками, прямо такими вот тоненькими палочками. Вот. Сейчас еще интересно, Валя какой-то сорт ищет нам. Каудата. Каудата. И еще одна есть каудата. Та еще интереснее. Подешевле. Big Green Leaves. Да, у нее цветы лохматые, цветет охотно. Лохматые растет цветочки, быстро. Легко растущие, крупнолистовой сорт. Бабочки туда-сюда колышутся. То есть она не очень плотная, да, если они колышутся? Да, они прям не прилегают, прям сильно. И прям такие, как у бабочки бывают. Подвижные листья, Валя говорит, что красиво колышутся даже на... Вот она колышется. Такая еще колдата. Угу. Уже цветочки немножко другие, но тоже лохматые. Угу. И вот сама по себе она тоже такая. Silver Splash. То есть это из той же серии, но другой сорт. И она не такая дорогая, но такая же красивая, как и предыдущий сорт. Так что кто высмотрел себе цветочек, в Анапе можно его будет купить. Или потом в июне, 19 июня в ДК ЖД в Краснодаре. Первый раз из простеньких. Тоже первый раз вывезла. У нее опять цветы симпатичные. Они салатового цвета, да? Угу. Цветочки салатового цвета, необычные. Кто-то из-за листиков покупает, а если кто из-за цветов, то вот такой цветочек. Листик тоже необычный. Цена листик, хорошая. Да. Цена хорошая. Листик красивенький. Цветочки необычные.
Так что каждый найдет себе по вкусу. Тут у нас детвора резвится, это дом культуры, поэтому здесь закончились занятия, у нас начался шум. Это вполне рабочий шум. Так что вот. А, еще и сквяшенную, да, показываем? Ну, последнюю, а то у нас не загрузится видео уже полчаса почти. Тоже хорошая цена. Вот такой хороший сплэш. И вот такое, где у нас название? Вот мы покажем вот здесь. Вот. Так что вот кто просил хоечки, я думаю, что вы себе присмотрели те сорта, которые вам захотелось купить. Всего хорошего, друзья. До новых встреч. Пока.